То, что я хочу вам донести, не спешите к главы. То есть, дальше, ну, слушайте, еще один вопрос. Опять, ничего не поняла. Еще один вопрос, прям в дурачка играем. Ну, до тех пор, пока возможно, пока как бы, ну, главное позитив. Здесь, конечно, надо понимать, что здесь будет копиться негатив. Потому я что, но об этом, без этого нельзя. Прикиньте, мы сейчас обсуждаем, заплатим вам лишние 150 или нет. Конечно, будет копиться негатив. Мы же все-таки за деньги сейчас боремся, а не просто так, надеюсь. Пойти ли мне в Якиторию или в Талмуд? Даже отсюда негатив копится. Ну, если я женой обсуждаю, куда идти. Даже здесь будет, конечно, за 150 тысяч будет негатив. Ничего страшного. Будет негатив. Но надо с этим справиться. Ну, перебороть себя. Не испугаться. Итак, задать серию уточняющих вопросов. Это ключевой навык. Не торопиться, а спрашивать. Не понимаю. Почему? Почему 300 много? Не понимаю. Ну, ты же бизнесмен. Ну, много. Не хочу платить 300. Блин, я не понимаю. Прости. Ну, в чем проблема? Ты же понял, что ты миллион заработаешь? Понял. Все равно не хочу. Ну, в чем? Почему? Ай. Ну, наверное, все-таки у меня другой риэлтор есть. Какой риэлтор? Ну, мой брат. И что, брат будет работать прямо вот так, как прямо вот большое агентство? Да нет, конечно, не будет. Он просто молодой парень, и как бы он там не лежачего будет работать. Так, я понял, не будет. Хорошо, тогда в чем проблема? То есть качаем, ну, понимаете? Уверенно, спокойно качаем до тех пор, пока, ну, пока не поймем.